Контролеры общественного транспорта выявляют не только безбилетников, но и безмасочников. Иногда среди пассажиров-нарушителей встречаются настолько агрессивные личности, что приходится вызывать подкрепление, чтобы вывести хулигана на улицу и составить протокол об административном правонарушении. Пассажиры ведут себя крайне неадекватно. Они могут себе позволить и оскорблять, и как-то унижать, но мы это не воспринимаем. Мы ведем с ними беседу корректно, стараемся не ругаться, как бы, чтобы все было в рамках дозволенного. При моей практике было такое, что один человек вызвали дополнительный наряд полиции, чтобы его, как в простонародье говорят, скрутить и вывести, соответственно. Вот, тогда на человека составляется два протокола. Сегодня таких конфликтов не было. Большинство горожан с пониманием относятся к масочному режиму в общественном транспорте. Ну, считаю, что нужно носить маски в общественном транспорте, потому что очень близкий контакт, и все может случиться. Кого проверяющие застали врасплох, поспешили достать маски и надеть. В одном из автобусов пассажир отдал все свои запасы средств защиты органов дыхания попутчикам. Всем важно быстрее добраться до места назначения и не опоздать на работу из-за недисциплинированных горожан. Проверки масочного режима в транспорте проходят регулярно. Только в этом году состоялось 172 рейда. Проверили более 2500 единиц наземного общественного транспорта. В отношении 83 нарушителей составили протоколы. Почти 600 пассажиров по своей вине не доехали до пункта назначения и пошли пешком. Всего же с начала сентября прошлого года, когда меры в общественном транспорте усилили, организовано 552 рейда, оформлено 227 административных материалов. Соблюдение масочного режима регулируется постановлением губернатора, регулируется рекомендациями Роспотребнадзора. Это очень важная мера предотвращения распространения коронавирусной инфекции, ношения масок в общественных местах. Если пассажиры категорически отказываются надевать маски, то протоколы в отношении нарушителей направляются в суды. По каждому случаю, с учетом всех обстоятельств, принимаются решения вплоть до штрафов в 30 тысяч рублей. В последнее время количество рейдов в городском пассажирском транспорте увеличилось. На прошлой неделе за один день проверили 68 единиц подвижного состава, курсирующего по 14 маршрутам. Мониторинг будет продолжаться непрерывно до особых распоряжений штаба по борьбе с коронавирусом. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.